Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Корвит, и мы находимся в Нордгарде Рагнарёк. Продолжаем играть. Значит, пережил я зиму. Все, в принципе, здорово, все, в принципе, неплохо. По ресурсам мы особо не пострадали. Сейчас я строю рынок для того, чтобы я смог на рынке купить опять камней. Вот, которые мне нужны для улучшения, скажем, торгового поста, да, и, допустим, вот этого еще хижины знахаря. Что мы еще будем строить? Мне интересно построить алтарь, наверное, мне интересно построить маяк, мне интересно построить кузницу. Все это, мне кажется, нужно строить. Требуется поток магмы. Это что это вообще такое? Ладно, значит, лагерь зачинщиков, так. Пристань дракаров я еще тоже хотел воткнуть. Перед этим надо, наверное, развить вот эту область. 100 денег всего лишь. Давай, окей. Развиваем ее. Здесь я могу построить еще одно здание. Вот здесь вот как раз я и построю пристань дракаров. Вот так вот. Мобилизация. Клан какой-то перешел в мобилизацию. Так, у нас опять дохренище пищи. Мне ее не на что тратить. Торговый пост. Так, может тогда торговать и построить еще один рынок и торговать едой с кем-то? Раз уж у меня ее так много. Так. Камень пока не могу купить, надо, чтобы прошло какое-то время. То есть, как бы сразу это не получится сделать. Ладно, давай мы тогда пошлем еще одного сюда. И если у нас... А, давай, знаешь, что сделаем? Улучшить 5 камня, да? Может, да, я, наверное, лучше пошлю разведчиков. Пускай тусуются, разведывают область. Вот так вот, 2 я сразу сделаю. Отлично, плюс 28 вообще. Без базара. Мне сейчас, получается, пища не нужна практически вообще. Так. Одного сюда и второго сюда. Пристань дракаров. Поход. За преданиями. Поход. Погнали. Так, строить маяк. Камень мне не нужен. Позволяет прокладывать великие пути и место строительства пристань дракаров. Скипищ. Ай, блин, он уже уплыл. Подожди, стой. Ладно. Осторожно, на нас напали. Это кто? Ой-о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 й. Бегите, глупцы. Так, всех сюда. Это напали, получается, вороны, да? Это какой клан, интересно? По-моему, желтый, да? Желтый или оранжевый, не знаю. Давайте, быстрее, пацаны, бегите сюда. Тут уже захват идет территории. Так, ну погнали по вот этому. Неожиданно, Опа. Ой-о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 й. Ага, все, да? Всех, получается, убили. Супер. Так, вот этих мы тогда берем и сюда их переводим. Пускай работают. Так, не могу пока улучшить. Нет камня. Не могу улучшить, нету камня. Пристань дракаров. Хоум. Так, я могу торговать. За довольно до хрена. 3 к счастью будет. Кровавая луна. Что за кровавая луна еще? Во время кровавой луны все бойцы получают плюс 50% к атаке за пределы... Ух ты, ни хрена себе. Ух ты, ни хрена себе. То есть, когда кровавая луна, надо прям атаковать эти всех. Просто убивать всех направо и налево. Так, ну ладно, я, наверное, ничего не буду здесь открывать, потому что у меня нет столько золота. То есть, мне надо сначала прокачать рынок, а потом уже... Так, пока что только 3 камня мне. Блин, у меня... А, я ж потратил, да? А, подожди. А, я камень потратил, да, на лагерь разведчиков, точно. Ну ладно, пока здесь у нас добываются тогда предания, они мне тоже сейчас нужны. 710, видишь, здесь мне осталось. Плюс 16. Давай мы сделаем пир, а то, блин, ну что у меня пища копится и никуда не тратится. Ёлки-палки-то, как так-то? Почему здесь 2 овцы? А, я, наверное, одну взял отсюда, случайно. Так, что будем следующее брать? Крепнет предание, домашний очаг, колонизация, шубы, кораблестроение. Так, ученость. Увеличивает стоимость рун заключения. Двое. Плотническое дело, стоимость улучшения ваших зданий. Переговоры цены на рынке. Особые места дают удвоенный бонус. Руины и обломки кораблей приносят 2 к счастью.
Нет. Вот, наверное, мореходов можно будет улучшить. Или домашний очаг. Или попробовать... Давай вот это, наверное, крадет предание. Я не знаю, как оно будет работать. Заодно посмотрим, да, как... Ну, то есть, как это будет... Функция... Опа, а тут смотри, всего лишь через одну клетку у них находится главная база. Ратуша, буквально уже здесь, вот она. Подходи, бери. Называется. Интересно, слушай, интересно. Так, может быть, это... Того? Загасим их? Башня стоит, да? Конечно, с башней будет немножко напряжно. Так, предания готовы. Краденый предание... Опа! Технологию на смену текущей. Опа, я могу выбрать технологию. Полевые пайки уменьшают количество еды, необходимое для бойцов 30%. Ко всем зданиям, производящим еду, можно прикрепить еще одну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, плюс 2 к производству. Производство удвоено. Хижины рыбака увеличивает счастье в зависимости от зависимости исследованных областей. Блин, я взял бы либо вот это, странники, либо работяга. Если возьму работяга, то у меня тогда реально будет очень много еды. Я смогу ее менять на деньги. Да, давай лучше возьмем тогда работягу. Вот, кайф. Кайф, кайф, кайф. Слушай, прям еще был... Это что такое? А, это у нас кровавая луна сейчас, да? Вот сейчас было бы, наверное, самый топчик вот сюда напасть. На вот эту территорию. У них все... О, это и все, что ли? Где мои воины? Быстрее нападайте. Быстрее воины нападайте, пока красная луна. Надо, короче, их все-таки разнести, наверное, в пух и прах. Давай, 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 давай. Давайте, ребятушки, бегите быстрее. Блин, я не знаю, сколько будет идти кровавая луна, но мне кажется, что она уже вот-вот-вот уже закончится. Давай, 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 давай. Отлично, пошло дело. Так, минус этот. Давай теперь по этому. Открыта способность. Этого тоже выносим. Всех, отлично, всех вынесли. Супер. Супер, открытая способность. Кровавая луна. Клан змеи. Убийцы вторглись в наш город. Убили всех. Не оставили никого. Клан оленя. Терпит жутчайшие... потери. Классно. Классно. Захватываем эту область. И будем продолжать атаковать дальше. Я думаю, что можно будет спокойно захватить еще и вот эту область, потому что тут нет никого. И вообще будет все классно, в принципе. Вот. А потом уже будем, ну, скорее всего, двигаться на синих. Увы, но синих придется тоже как-то... От синих придется тоже немножко избавляться. Так что как-то так. Так, я думаю, что мне стоит взять хотя бы двух, наверное, поселенцев или одного. Не, давай двух, наверное, возьмем. Вот, и переведем их вот сюда, на вот эту вот зону. Эти здания надо починить. А что у меня здесь? Лагерь щитоносцев, зал скальдов. Обучить ремеслу, благодаря ему расти слава и счастье вашего клана. О, отлично. Дом лесоруба. Ну, дом лесоруба мне не нужен. Его можно сразу... вынести. Вот, а вот лагерь щитоносцев, ну, можно оставить, в принципе, пускай будет. Зима пришла. Тем временем пришла зима. Так, что у нас, кстати, по камню? Что у нас? Блин, еще чуть-чуть, еще два камня надо. Всего лишь два жалких камня. Ребята, чего вы встали? Давайте, чините. Сделаем скальдов, посмотрим, как это отразится на счастье. Гейзер, а у меня где-то гейзер есть под... А, подожди, вот это, да, по-моему, был гейзер. Да, вот он, гейзер. Потребление дерева зимой тоже снижается. Не, ну в принципе у меня сейчас по ресурсам вообще все прям, прям четенько. Делаем скальда, посмотрим, что тут. Да, смотри, стало плюс 5. Классно. Ну пускай будет, наверное, один скальд. Или даже пускай, не знаю, два будет. То есть чем больше счастья, наверное, тем лучше. Счастливо, чтобы ускорить этот процесс. Ну то есть чем больше счастья, тем быстрее у нас будут появляться новые поселянины. Давай сделаем еще один дом. Здесь.
Так, давай сюда. А, здесь, в принципе, все починили, да, видишь. Давай здесь построим дом. Или, нет, давай здесь, блин, нет, башню тут строить не надо точно. Дом можно построить еще один вот здесь, допустим. Вот так вот пускай будет. Блин, тогда получается от этой башни толку никакого нету. Вообще никакого. Абсолютно никакого толка. Будем нападать сейчас на вот эту зону. Блин, они тут, видишь, уже строят башню. Надо как можно быстрее ее вынести. Чтоб она не стала больше, чтобы она не увеличивалась. Тут вот тебе, пожалуйста, сразу два домика, да? Тут тебе, пожалуйста, рыночек, причем улучшенный сразу. Этот уже топчик. Вот, ну сейчас немножко еще отхилимся, и все будет классно. Так, переведем ее сейчас в щитоносца. Она тогда будет нападать первая, для того, чтобы, ну, отражать атаки от башни. Вот, но это будет только летом. То есть сейчас придет лето, мы поставим щитоносца на... Подожди, мы выделим вот этих вот ребят всех. Подожди, как их выделить всех? Вот так. Вот этих мы поставим на двоечку. Быстрый доступ. А это мы поставим на единичку. Вот так, пожалуйста. Двоечка, единичка, двоечка, единичка. Щитоносцы. В области нет союзных защитных башен. Я не знаю, что это такое. Это, видимо, какое-то прикрытие, типа, да, дает 30% к защите. То есть, если бы тут у меня была башня, я бы мог ее активировать и стало бы на 30% больше защиты. Вот как-то, блин, он ее только что улучшил. Вот говно ссаное, а. Когда зима уже закончится? Сколько можно ждать на ёлы-палы? Чё в самом деле? А, вот здесь вот, кстати, еще тоже можно улучшить. И можно улучшить еще вот этого. Двойную защиту от атак дальнего боя. О! Пускай будет. Все, хорошо, нападаем. Все, в принципе, отхилились. Берем сначала щитоносца, вот так. И теперь всеми остальными тоже на башню. Хотя можно, в принципе, не на башню. Я думаю, что он выдержит. Остальные пока пускай разметеливают. Вот так вот, жителей. Вот так, и теперь на башню. А щитоносца можно, в принципе, уводить. Башня все равно стреляет по нему, пока он убегает. Нормально. Пускай тут отхиливается. Все, захватываем следующую зону. Сигни я поставлю где-нибудь вот тут, чтобы она, если что, смогла обороняться нормально. Вот, также я возьму вот этих вот тоже ребят, поставлю здесь. А этих мы переведем на нашу область, чтобы они там отхиливались. Вот, классно, классно. Так, значит, мы тогда делаем... значит, здесь мы покупаем камень. А чё так мало, подожди. Купить еще 5. А, там по 5, да? И улучшаем знахарей. Наш разведчик был ранен. Улучшаем знахарей, делаем одного знахаря. Вот так вот, опа. И хорошо. Так, пристань дракаров. Сейчас побыстренько будем отхиливаться, и я думаю, что, ну, можно продолжать как бы дальше захватывать территории, да? Самое главное захватывать их более-менее грамотно, чтобы все было отлично. Здесь дома у нас горят, блин, это делать нельзя, 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 нельзя ни в коем случае. Что, блин, блин, блинский, у меня не хватает еды, прикинь. Так, надо что-то делать. Скальд. Давай сюда. Блин, нет, подождите, какой смысл от него? Пускай идет лучше добывать тогда еду. Возьмем поселенцев вот этих всех. Крысы, блин, крысы еще бегут. Это вообще, конечно, дичь. Выбрать всех и вот сюда давай их. Вот сюда, пускай они гуляют здесь. Так, я могу эту область уже захватить? Да что ж такое-то, 670 надо. Мне нужны сюда поселенцы, чтобы починить потом все это дело, которое тут у нас находится. Починить вот эти здания. Колонизировать. Ну давай, пожалуйста, быстрее. Так, домашний очаг. Колонизация. Железо, камень, отлично. За 530 колонизировать. Так, пошла колонизация. Надо успеть, блин, починить эти дома. Хижина рыбак... А тут что есть? А, тут рыба есть, офигеть. Тут еще есть даже руины. А где мой разведчик? Он еще живой? Живой еще. Братюня! А, тут уже исследовано, блин. Ладно. Так, чиним. Чиним. Единственное, дом можно... Ну, хотя... Ну, ладно, пускай
починят дом тоже. Все это, в принципе, пригодится. Так, пацанов моих всех вот так вот собираем и ведем вот сюда. Следующая зона, на которую будем нападать, ну, это получается вот это. Потому что сюда мне только через вот эту территорию идти, а там я не пройду. Вот, как-то так. Тут вроде как все отлично. Синие на меня не нападают. То есть, ну, возможно, они видят, потому что я очень-очень сильный, могучий воин. Поэтому они меня обходят стороной. Как вариант, кстати. Зал скальдов, ну, пускай будет, потому что у меня этого здания нет. То есть, это такое, типа, здание редкое. Вот. Лагерь щитоносцев тоже пускай остается. А, сюда, соответственно, рыбаков обязательно. Так, там он уже на нас напали. Рыбак, уходи. Рыбаков можно троих здесь, кстати, сразу забубенить. Так что давай мы сейчас это сделаем. Так, 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 так. Вот сюда одного. Ай, блин, надо было... Ну ладно. Тогда мы это здание сломаем. Блин, оно второго левела, слушай. Может, я успею? Где бежит этот? Поселянин, успей, пожалуйста, починить вот это здание. Ты обязан успеть его починить. Ты обязан. Потому что эти уже починить его не могут, к сожалению. Так, и мне еще нужны, получается, торговцы. Торговцы мне тоже нужны. Вот так. Давай-давай, братишка, ты успеешь. Сестренка, братишка. Давай-давай-давай-давай, быстрей. Быстрей-быстрей-быстрей-быстрей. Рыбаки. Ой, тут можно целых четверых рыбаков запилить. Да, успела, молодец. Значит, мы тогда еще берем этих поселенцев. Так, этот бежит, этот занят. А, мне, по-моему, двух надо, да, еще? По-моему, двух. Берем. Ай, блин, овечку взял случайно. Давай, 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 вот так. Вот. Двоих взяли. И сюда. Так, этого мы вот сюда отправляем. Торговый пост у нас люди заступили. С Бьорном. Бьорн это желтый. Нет, с ним я торговать не буду. Я буду с кобальдами торговать. Вот так вот. Открыть торговый путь. Все у нас будет классно. Наш разведчик погиб. Вот так вот. Что-то тут сломалось, по-моему, только что. Ага, друга. Блин, мне что-то как-то желтых аж прям жалко стало. Такие бедные. Воевода, какой-то старый дедушка. Война. Война никогда не бывает. Как там? Забыл. Забыл, как там было это эпичное слово в каком-то фильме, да, вот это было. Война. Война никогда что-то там не оставляет. Блин, забыл. Эпик фейл просто. Просто эпик фейл. Так, вот этого мы, пацана, переводим еще в рыбака. Блин, у нас получается 4 рыбака. Ёлы-палы. Давай мы их еще улучшим. Вообще будет все классно. Мудрец. Пиво. А где, блин, подожди. Вот, рыбак. Та-дам-дам-та-дам. Супер. Супер. Так, мне нужны торговцы. Мне нужны целых 2 даже торговца сюда. Надо 2 человекоподобных поселянина. Вот один человекоподобный поселянин. Вот второй человекоподобный поселянин. Вот их надо тащить вот сюда. Вот сюда вот на торговый постяру. Тут вот тоже, кстати, можно построить рыбацкую хижину, которая, в принципе, тоже хорошо так поможет мне с денежкой. Я думаю. Тут голем. Ну, в принципе, не так уж и сложно сейчас мне их завалить. Но я вот думаю, что все-таки сначала очистить, получается, от желтых все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, по-моему, чему знахари могут отхилить, насколько я помню. А, мы больны. Так, ну подожди, знахари, у меня там, по-моему, их много, да? Их там у меня 3. Да, не 2, подожди, их у меня 2, надо тогда сделать еще одного. Пускай будет 3, вот. Они у меня прокачаны, на самом деле, сейчас по максималке. А, нет, подожди. А, да, улучшены по максималке, то есть улучшено все. Здесь вот тоже медицина улучшена, то есть тут вообще как бы без вопросов. Но я думаю, успеют, наверное, отхилить. К оружию. Все мирные жители в области идут в ополчение. Ополчение не может покинуть ваши земли. То есть, если на территорию будут нападать, то все ребята, получается, переводятся в воинов. Ну, или типа того, я не знаю точно, как это работает.
Наш клан не может расти, потому что несчастный. Да я в курсе, братишка. Надо просто отхилить всех, и все будет хорошо, понимаешь? Вот в чем проблема. Но пока что-то я никого не могу отхилить, на самом деле. Это что такое? Кто-то куда-то напал? Тут у меня башня, в принципе. Главное увести вот этих. Башня там справится, я думаю, без проблем. Ага. Все? Вот так вот, как и не было. Опа, 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 это что такое? Ёлки-матрёлки. Сюда, 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 сюда. Надо кого-то, блин, сюда пустить, потому что не успеют наши ребята добежать. Надо, чтобы тут кто-то побегал. Пока идет захват территории. Ёлы-палы. Так как так вообще можно такую область? Ее ж, блин, захватывать нельзя. Ага, успели. Хорошо. Успели прям вовремя. Я хочу сказать, успели. Прокидочка пошла. Этого пацана уводим. Его будет нужно отхилить. Все, хорошо. Отлично. Где тут был только что лучник? Скажите, пожалуйста. Ладно, берем всех моих воинов. Ведем их обратно на передовую. Потому что тут от желтого можно ожидать всего чего угодно. Где был, скажите мне, пожалуйста, тут лучник? Здесь его нет. Охотник. Где-то здесь он должен быть. Четвертый охотник. Вот он ходит. Тебя, братюня, надо перевести вот сюда. А, подожди, у нас четыре? Я четырех охотников? И здесь тоже четыре? А почему? Я теперь везде могу... Четыре человека засунуть? Чуть я не понял. А почему такая песня у меня? Откуда это взялась? Знахарь собирает еду. Ну, пускай, хорошо. Так. А, получается все, да? Всех мы отхилили. Здорово. Так, тогда мы, значит, ну, обычных всех поселенцев надо тогда переводить вот сюда вот. Это здание заполнено. А, ну, значит, вот сюда. Вот. Теперь и это здание заполнено. Дом лесоруба. А, ну, видимо, только вот в таких вот, то есть, которые добывают пищу, можно это делать. Хорошо. Это здание заполнено, заполнено, заполнено. Так, этого мы тогда пацана переводим вот сюда. Там он будет нам нужнее. Так, здесь мы торгуем, получается, с теми, все отлично. Золото у меня хоть блин, каким местом жуй. Реально дофигища. Золота очень много у меня. Крупное землетрясение может нанести вред вашим зданиям. Вот оно будет у нас скоро. Но что-то не показано где. По-моему, раньше показывалось, где оно будет. А сейчас что-то ничего нет, странно. Так, тут где-то предания. Вот были тоже предания, можно их, в принципе, изучать. А может... Можно, да, вот так. Давай мы одного тогда пока отсюда отправим на предание. Пускай тоже изучает. Плюс 20 у нас капает. Следующее, что буду делать... А, я ж вот, я выбрал точно ко всем зданиям, производящим еду, можно прикрепить еще одного поселянина. Я это сделал специально, чтобы, блин, я мог добывать больше пищи. Да, я забыл об этом. Поселян пока у меня нету, потому что у меня не так много счастья. Это значит, что мне надо, знаешь, что делать? Одного надо отправить в пивоварню, который вот сейчас здесь появится. Отправить сразу в пивоварню. А других отправить в скальды. Сделать из него скальда. Давай вот сюда, в пивоварню. И все будет отлично, по идее. По идее. I hope. Так, тут все идет нормуль. Тут тоже получается, смотри, одна зона и вторая. Тоже, ну, как бы тоже довольно близко к ним, да? Какой-то дождь пошел. Кошмарный туман, кошмарный дождь, все дела. Страшно, ужасно. Зал скальдов. Сюда нужно будет тоже кого-нибудь прислать. А, у меня, кстати, появился камень. Может быть, я что-то могу улучшить? Так, ну, торговый пост улучшать уже смысла нет. Потому что, ну, типа, у меня он уже есть. Вот сюда мне еще тоже нужно будет послать одного. Так. А я даже не знаю, что мне улучшать. В принципе, у меня все построено. Алтарь конунгов разве что сделать. Дает 2 к еде, 2 к древесине, 2 к золоту, 2 к преданиям.
Ну, вот разве что его. Построим его на вот этом месте. На вот этом жутком, жестоком месте, где была бойня. Так. Ой, надо было брать диверсию, елки-палки. Но сейчас она мне поможет. Плюс 2 за каждого убитого мирного жителя. Ну-ка, давай попробуем нападем на мирных жителей. Можно просто напасть, их, короче, там перебить, но не убивать. И будет все супер. Будет все классно. Щитоносца так сразу на башню, да? Да, щитоносца на башню, всех остальных, короче, на воеводу. На воеводу. Блин, минус щитоносец. Так. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, бегите. Фух, успел. Успел, ну почти на самом деле убил. Давай добьем, наверное. Вот так вот, с помощью Сигни. Вот, мирный житель, убей его. Вот он. Вот, отлично. Заходим сюда. Ха-ха-ха, классно. Так, а еще были там какие-нибудь мирные жители? Есть вот такой тоже тип. Давай мы его тоже добьем вот так вот. Чтобы его там не было. А тут ты смотри на него. Так, теперь давай посмотрим. Плюс 2 к силе. Сейчас 20, максимально 40. Убито 10 из 20. А, то есть он, получается, посчитал всех, что ли, кого я убил? Ни хрена себе, вот это да. Плюс 6. Ой, ёлы-палы. Да они стали довольно серьезными такими воинами. Причем они стоят довольно дешево. И ими можно прям так хорошенечко накидывать. Прям так вообще так хорошо накидывать можно. Так, ну будем делать такие диверсии, я думаю, да. Периодически нападать. Ну то есть отхилились, напали. Мне кажется, будет классно. Так. Ну вот у меня один остался, да, вот этот. Сейчас мы его дохилим, и можно нападать тогда. Можно. Ну единственное, блин, мне бы сделать одного щитоносца. У меня сколько? 2 поселянина. Да, одного, кстати, надо сейчас. Причем нет, подожди. На нас напали. Кто напал? Драугр Вонючка на нас напал. Получай к оружию. Всемирные жители в области идут в ополчение. Ополчение не может покинуть ваши земли. Так, рыбак. А я даже хз, как, блин, сделать, чтобы... Ну, типа, как это вообще ополчение? Как оно... Когда на меня нападают, они сами автоматически, получается, переходят в ополчение. Или как? Вот это, конечно, вопрос интересный. Так, берем всех моих воинов великих и нападаем тогда на вот это пацана. А, вот смотри, тут есть один мирный житель. Можно, знаешь, как сделать? Землетрясение. Опа, блин, блинский. Ремонт. Какие еще? Вот тоже ремонт. Какие еще здания? Тут вроде бы все целое. Наверху смотрим, тут целое. Тут, ой-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 
Надо все это дело чинить. Давай, 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 чини. Так. Хорошо. Теперь мы тебя переводим в скальды. Хотя, в принципе, счастье сейчас есть, но все равно его не так много. Устраиваем пир, тратим последнюю еду вообще на то, чтобы сделать пир. Ну, чтобы быстрее, как бы, развиться. Так, и мне нужен, да, мне нужен еще один воин великий. Точнее, щитоносец обычный, а не воин великий. Так, здесь мы тоже починили все, да. И вот этого тогда мы поселянина, где он, кстати, вот он. Мы его переведем сразу, сделаем из него охотника. И все будет классно. Кто-то где-то дрался? А, вот, смотри, да, смотри. Захватил, получается, территорию. Тут у нас воительница. А где ее медведь, спрашивается? Воительница есть, а где ее медведь, непонятно. Вон я вижу, территория зеленого появляется где-то в той стороне. А тут тоже, по-моему, чья-то территория коричневого. Да. Территория коричневого. Так, ну пока кровавой луны у нас не ожидается. Ну такое. Развить область. Так. Что у нас сейчас на повестке дня? Надо на самом деле нападать уже на вот этих
То есть как можно быстрее их выносить. Делаем вот так вот на единичку. Нападаем на башню. Да, я думаю, нападаем на башню. А этими на какого-нибудь воина, на вот этого вот. Так, этого воина забрали. Да блин! Кого-то потеряли. Так. Так. По башне. Гасим. Ой-ой-ой, я всех пацанов потерял почти. Так, минус башня. Отлично. Потерял четверых. Офигеть, слушай. Потерял четверых. Захватываем сразу две зоны. А, сюда надо вести поселенцев наших. Надо вести сюда. А, пока вот сюда, пускай бегут. Блин, и надо... Я не знаю, наверное, с пристани дракаров забирать двух. Я просто даже не знаю, откуда еще можно забрать людей. А как их можно отсюда вытащить, скажи мне, пожалуйста. Я, допустим, не хочу, чтобы они тут были. Отменить приказ, во. Давай, братишка, возвращайся. А, он все, он, получается, уплыл, короче. Вот. Вот так. Так, хорошо, все. Мы, получается, истребили этот народ. Этих людей, поселянин. Так, давай сюда беги. Захватываем эту область, колонизируем ее. Здесь у нас олени есть, да, то есть можно добывать огромное количество еды. Тут у нас учебный лагерь, причем улучшенный, это тоже здорово. Надо будет его сейчас починить. Где мой поселянин? Это Сигни. Ух, ни хрена себе, это что такое? 4 портала в одном месте? Да ладно. Где поселянин? Вот он. Чини, пожалуйста, здание здесь. Ёлы-палы. Так, идем сюда, надо отхиливаться. 4 драугра здесь и еще вот здесь один. Ёлки-палки, что ж мне с ним делать-то? Сюда, наверное, тогда Сигни. А этих оставим тут. Блин, а, ну просто по-другому никак. Ремонтировать этот дом, ремонтировать этот дом. Ну, здесь как бы не особо важно. Хотя тут сторожка тоже улучшенная. Но у меня не хватит пищи, вот в чем проблема. А, это у нас лагерь лесорубов. Вообще. Ладненько, ребят, на сегодня будем заканчивать. А если вы хотите продолжение, обязательно ставьте лайк под этим видео. С вами был Корвит. Всем пока.